Балаклавы и шапки, штаны и толстовки, нижнее белье, салфетки и полотенца. Все это для российских военных шьют самарские мастерицы волонтерской организации «Шьем для наших». Возглавляет городское отделение Олеся Гандыбина. Сначала центр начинался с 4 человек. Теперь шьют более 200 женщин по всей области. Движет ими желание помочь тем, кто в этом нуждается. Работу распределяют, исходя из возможностей. Многие шьют дома по вечерам или выходным. Мы стараемся распределять и вовлечь каждого, то есть чтобы каждый нашел себя, потому что это реально эмоционально сейчас сложно. Вот по себе знаю, что очень сложно. И когда ты помогаешь, вот человек, он кажется немножко сделал, да, но для него это маленькая победа, да, так скажем. И стараемся, конечно, подбадривать, поддерживать девчонок. Для закупки необходимых материалов проводят сбор средств. Также жители откликаются и приносят необходимые ткани. Помощь оказывает и администрация Самарского района. При поддержке предпринимательского сообщества глава района передал волонтерскому центру ткани, нитки, швейную фурнитуру. Я искренне надеюсь, что предприниматели Самарского района тоже не остановятся на достигнутом, и партии будут только расти и количество, и по времени. То есть мы будем привозить чаще и больше. Самое главное, чтобы женщины, которые занимаются этим благим делом, чтобы они справлялись и хватало сил. Готовую одежду отправляют благотворительным и гуманитарным организациям, которые распределяют все по нуждающимся. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.